В Беларуси проходит кампания под названием «Стань заметнее». Акция продлится до пятницы. По статистике ГАИ только в Минске. С начала года произошли 125 аварий с участием пешеходов. 9 человек погибли. А осенью световой день сокращается и видимость на дороге падает. Водителю среднестатистического автомобиля, движущемуся на скорости 90 км в час, после обнаружения препятствия на дороге необходимо порядка 115 метров, чтобы остановиться. Пешеход, который не обозначен световозвращающими элементами и движется по краю проезжей части, его можно заметить на расстоянии, наверное, около 60 метров. А если пешеход обозначит себя световозвращающими элементами, то расстояние увеличивается до 400 метров. Поэтому вывод очевиден, и госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам обозначить себя световозвращающими элементами. Инспекторы посетят школы и предприятия, а на дороге особое внимание уделят наличию фликеров.